Приветствую вас на канале Hardasset Info. В этом видео вы узнаете, как отписаться от кого-то в Твиттере. Для начала откройте приложение Twitter, а затем откройте страницу пользователя, от которого вы хотите отписаться. С правой стороны от иконки страницы нажмите «Читаю». Перед вами появится окно с подтверждением «Перестать читать» данного пользователя. Подтвердите, нажав «Да». Таким образом, вы отписались. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки. Если у вас возникают какие-то вопросы, прошу писать их в комментариях.